Мы из бессмертия. Песню под таким названием Иосиф Кобзон посвятил командиру ополченцев Арсену Павлову, больше известному как Моторола. Народный артист исполнил композицию на концерте в Москве. Ну, про 2 мая я узнал. Из лесов безбрежных, мы из блокадной тьмы, мы из стихов сгоревших, из невысоких изб. Песенного всесилья, мы из бессмертия, мы из плоти твоей, Россия. Кобзон выступал на концерте в честь 20-летия землячества донбассовцев, депутат Госдумы, родом из села в Донецкой области. Командир ополчения Арсен Павлов трагически погиб вечером 16 октября. Его взорвали в лифте собственного дома в Донецке. Власти самопровозглашенной ДНР назвали убийство терактом и обвинили в нем украинских диверсантов.